Фалькин занимается музыкой четвертый год. На конкурсах и фестивалях разного уровня он начал выступать с первого класса музыкальной школы. Сразу стал занимать призовые места. Конкурс «Волшебные звуки рояля» принес Анатолию еще одну победу. Он стал лауреатом первой степени, выступив с оркестром. Даже члены жюри высказались, когда посмотрели эту запись, сказали, ну, мальчик, видимо, играет с оркестром уже не первый год. Хотя он сыграл это со второй репетиции. Юный пианист осваивает инструмент легко, уделяя занятиям всего около часа в день. Тем не менее, результаты поражают и педагогов, и членов жюри. Конкурс «Волшебные звуки рояля» проходил в дистанционном режиме. Анатолию такой формат по душе. Выступать на публике более волнительно, говорит музыкант. Становится как-то волнительно, то, что если ты вдруг плохо сыграешь, то тогда может быть, что твоя вот эта вот ошибка, она может разнестись по публике, и это очень как-то тревожит. А в онлайн-конкурсах, которые сейчас, мне, во-первых, не так. Ну, тут уже не так волнительно. Познакомиться с начинающими музыкантами и больше узнать о работе Одинцовской музыкальной школы вы сможете сегодня в программе «Специальный репортаж». Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».